Анонс и точная дата выхода 3 и 4 серии 4 сезона сериала ИП Пирогова. 3 и 4 серии сериала выйдут на интернет-площадке Premiere One 6 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как после расставания со своим мужем Вера заключила договор с Бальзак Гурме. Она открыла свою собственную кондитерскую, которая начала приносить неплохую прибыль. Но владелец сети ресторанов ей не дает ни минуты продохнуть. Вся жизнь молодой девушки начала вертеться только вокруг работы. Всю свою команду она практически потеряла, так как сестра ушла в декретный отпуск, дочь стала студенткой, а отец все время влипает в какие-нибудь ситуации. У Веры возникли сложности в личной жизни. С Андреем у нее возникает ругань практически каждый день. Денис ставит их роман еще под большую угрозу, что приводит главную героиню в бешенство. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на интернет-площадке Premiere One 6 мая. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.